Я могу сказать, что Евровидение с музыкой имеет все меньше общего. Это глубоко политизированный процесс, в который вкладываются совершенно не те ресурсы, которые должны, по идее, вкладываться. В гораздо больше музыки, в той же Грэмми, в тот же Music Awards, в тот же, в таких премиях, которые действительно исключительно профессиональные. И я бы, вот, допустим, конкурсы бы устраивал на основании таких же вот типа Грэмми, да, концертов. Это было бы интересно, это действительно достижения какие-то в технологиях, в сведении, в мастеринге, в музыке, в сочинении, в композиции, в лирике, как хотите. Я считаю, что Полина Гагарина, ну, поехала, ну, молодец. Опять же, нужно много спорить о музыкальном материале, об этих песнях, о поцелуях с бородатыми женщинами, как хотите. То есть, ну, это как бы на вкус и цвет, но я не считаю, что это показатель какого-то музыкального достижения, даже в каком-то европейском смысле.